Итоги выборов были оглашены уже в понедельник, 11 сентября. По данным территориальной избирательной комиссии Славянская, итоговая явка по району составила 55%. Что касается предпочтений славянского электората, то голоса на выборах депутатов ЗСК распределились следующим образом. По партийным спискам партия «Единая Россия» получила более 76% голосов. ЛДПР – почти 11%, КПРФ – чуть более 8% голосов избирателей. По кандидатам в депутаты ЗСК 80,25% проголосовавших отдали свое предпочтение Виктору Чернявскому. Кроме того, в ряде поселений района в этот день прошли выборы глав. В Голубой Ниве победу одержал Константин Стригуненко, в Забойском сельском поселении – Александр Крутько. Главой Протокского выбран Владимир Симоненко, Рисового – Анатолий Пономарев. По итогам дополнительных выборов депутатов Совета Славянского района по Маевскому двухмандатному избирательному округу номер 1 72% голосов получила Инна Дьяченко. Алексей Дейнега набрал 65% голосов на дополнительных выборах депутатов Совета Славянского городского поселения по одномандатному округу номер 2.